свыше 400 социально значимых объектов республики предусмотрено обеспечить высокоскоростным интернетом. Напомню, что все это в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». За 2019-2020 год с общей протяженностью 720 километров волоконно-оптические линии связи проложены в 139 населенных пунктах республики. На сегодняшний день к интернету подключены 81 объект, в том числе 20 хабов. В целом также работа будет продолжена в Толчинском Кожуне, в Кахемском. 193 социально значимых объекта в этом году планируют подключить к сети интернет, в том числе до 11 крайне удаленных точек. Доступ ко всемирной паутине будет обеспечен с использованием спутниковых технологий. Сегодняшнее обучение невозможно представить без современных средств. Так, в первой половине июля в школу села Нарын Ирзинского района доведены волоконно-оптические линии связи. Правительством Республики Тува большое внимание уделяется именно подключению к интернету. В первую очередь трудодоступных населенных пунктов. В село Нарын мы наконец-то эту работу завершили. К интернету подключили школу, общеобразовательную школу, также администрация. И таким образом в данных населенных пунктах у нас появляется возможность использования современных информационных технологий. Сегодня свыше 80 объектов Тувы уже получили доступ к сети интернет. Это сельские администрации, школы, ФАПы, библиотеки, даже одна пожарная часть. В Туве ежедневно идет работа по строительству волоконно-оптических линий связи. На завершающей стадии работа по подключению к интернету отдаленного села Толайлы Мюнгюн-Тагинского района. Айрас Ат, Владимир Суртык, Мира Энергит, Тува-24.